Ну, лучше, если головка члена – это на десяточку по чувствительности эрогенная зона, то мошонка – та же самая девятка. Самое главное, помните, мужчина безумно любит, когда ему ласкают яички. Но если говорят, что если наоборот мошонку оттягивать вниз, то мужчина не кончит раньше времени. Обратите внимание, яички расположены неравномерно. Одно яичко, как правило, больше, другое меньше, одно выше, другое ниже. Массаж яичек, массаж мошонки. Как ни странно, большинство женщин забывают о том, что есть еще мошонка. Есть яички, которые очень любят, когда их ласкают. Вот только везет немногим. Причем во время массажа, во время минета, во время секса. И помните, что здесь находится очень много чувствительных зон. Ну уж если головка члена это на десяточку по чувствительности эрогенная зона, то мошонка та же самая девятка. То есть большинство женщин забывает про самое чувствительное место. А ведь на самом деле так круто делать мужчине минет, например, и при этом ласкать мошонку. Так круто делать мужчине массаж простаты и при этом ласкать мошонку. Как круто заниматься с мужчиной любовью, например, в позе женщина сверху, и при этом ласкать мошонку. Очень часто женщины забывают об этой эрогенной зоне, и совершенно напрасно, ведь это кладезь. Кстати, насчет ласки. Я для вас приготовила новый подарок. Мою книгу «Игра на волшебной флейте» в аудиоформате вы можете совершенно бесплатно сейчас скачать. Это книга про оральные ласки. Там вас ждет больше 20 приемов оральных ласк, которую вы сможете сделать на своем партнере. Все, что нужно сделать, перейти по ссылке, которая находится в самом низу, нажать на кнопочку, подписаться на мою рассылку, оставив электронную почту, и ждать этот подарок. Поверьте, вы получите огромное удовольствие от прослушивания. Кладезь информации и хорошего настроения. Вот вы послушали мою книгу, научились делать минет, и теперь возникает вопрос, а как же правильно ласкать мошонку? Здесь все очень просто. Ваша задача помнить, что основная эрогенная зона мошонки – это линия, которая находится посередине, разумеется, вот тот самый шовчик, ну и сами яички. Обратите внимание, яички расположены неравномерно. Одно яичко, как правило, больше, другое меньше, одно выше, другое ниже. И как же их правильно ласкать? Независимо от того, какое больше, которое меньше, мы ласкаем оба и двоим уделяем внимание. Если вы сидите на мужчине сверху, то вы можете просто-напросто вот так задеть яички и вот так поднимать их вверх. Кстати, у меня есть такое замечание. Когда мужчина собирается кончить, яички, как правило, поднимаются вверх. Ну, к сожалению, если вы будете поднимать яички вверх, мужчина не факт, что кончит, но в любом случае это очень и очень приятно. Вот такое вот движение. То есть вот вы сели на мужчину сверху и вот так вот ласкаете. А что еще? Ну, разумеется, не стоит менять местами яички. Вот, они должны оставаться на местах. Мы можем выделить какое-то одно яичко и его стимулировать. Каким образом это делается? Вы делаете мужчине минет, зажимаете пальчиком яичко, опускаетесь губами вниз и начинаете его ласкать губами и языком. Одно яичко, потом второе яичко, затем вы делаете все то же самое руками. То есть вы можете делать движение пальчиковый дождь, поглаживание. Вот такое вот движение. Вы можете два яичка взять в руки, вот так вот двигать по часовой стрелке или даже вибрировать. Самое главное, помните, мужчина безумно любит, когда ему ласкают яички. Но если это делать вот так вот как-то легко, то это очень щекотно, очень неприятно, и мужчина бежит от этих ощущений. Ваша задача по-настоящему плотно обнимать мужчину и, соответственно, держать как надо. Что еще? Вам нужно обязательно помнить про эпиляцию. То есть, если у мужчины есть
волосы, то здесь никакого полноценного массажа быть не должно, потому что иначе будет раздражение, иначе будут покраснения, ну и мужчина совсем не будет счастлив от того, что вы так с ним поступаете. Вообще большинство мужчин современных уже делают эпиляцию в промежности, в том числе эпилируют мошонку, ну вот, поэтому взаимодействовать с этой зоной бывает очень приятно и очень легко. А помните про то, что существуют специальные разогревающие смазки, которые вы тоже можете наносить на область промежности, мошонки и полноценно делать ему минет, массаж и другие ласки. Кстати, я очень рекомендую попробовать кисточку для минета, кисточку для массажа члена, и, разумеется, эту же кисточку можно использовать для массажа и стимуляции мошонки. Вы просто-напросто заходите на мой сайт fedorova-shop.ru, заказываете себе эту кисточку, ласкаете, ну и, соответственно, далее губами слизываете эту чудесную смазку для оральных ласк. Вот, очень мужчинам нравится, когда им ласкают кисточкой не только член, но и, соответственно, мошонку. Обязательно пользуйтесь этим. Ну что ж, ну, конечно, многие из вас скажут: блин, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Согласна с вами, поэтому приходите на мои бесплатные вебинары, там вы узнаете и увидите еще больше классной, качественной информации, где я не только рассказываю, но и показываю. Для этого не забудьте подписаться на меня, и регулярно будут приходить приглашения на почту. Также напоминаю про мой телеграм-канал «Давайте чаще», про мой инстаграм fedorova.ek, fedorova.mind, ну и, конечно же, про то, что есть даже ВКонтакте. Просто подписывайтесь на меня, будьте на связи, и я буду стараться делать вашу жизнь еще более яркой, добавляя в нее любовь, яркость и новые краски. До новых встреч, ваша Федорова Екатерина. Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь, ставьте большой жирный лайк. И, кстати, ласкаете ли вы мошонку? А если меня смотрят мужчины, оцените по 10-бальной шкале, насколько чувствительна у вас мошонка. На 3, 2, 5, 9, 10. А может быть, вам просто никто ее классно, качественно не ласкал, поэтому у вас такая история. Ну что ж. И я вам еще один маленький лайфхак расскажу. Говорят, что если наоборот мошонку оттягивать вниз, то мужчина не кончит раньше времени. А если мужчина в это верит, если он действительно оттягивает мошонку в нужный момент, пока он отвлекается, он действительно раньше времени не кончит. Так что помните, что есть какие-то фишечки, которые работают. И мошонка не только орган возбуждения, но и, как ни странно, способ спастись от преждевременной эякуляции. До новых встреч, ваша Федорова Екатерина, ваш любимый секс-коуч. We'll be right back.